Всем привет! Я на экскурсии Симферополь, Херсонес. Смотрите, как красиво. Сегодня расскажу вам, что нужно срочно выбросить или заменить в вашем доме, в вашей жизни. Первое. Разбитое стекло на телефоне. Второе. Старый чехол на телефон. Можно заказать на Wildberries, придет на следующий день, очень дешево там. Третье. Застиранные полотенца. Четвертое. Постельное белье, которое потеряло цвет. Пятое. Губку для посуды, которой больше месяца. Шестое. Старые лифчики и трусы. Седьмое. Древние кухонные принадлежности. Восьмое. Одежду, которую не носили уже 3 года. Девятое. Вытянутые штаны, майки. Десятое. Стоптанные тапки. Одиннадцатое. Сломанные или пустые пишущие ручки. 12. Удалить ненужные видео и фото в телефоне. Ваша жизнь сразу изменится в лучшую сторону. Это вообще проверено уже всеми. Так что выкидывайте старый хлам из вашей жизни и головы. Надеюсь, видео было вам полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.